Ребята, привет! Сюрприз по голосу. Можно догадаться, что это не Константин, пальцы тоже не мои. Меня зовут Яна, я у Кости работаю, скорее всего, всего лишь в ближайшие сутки, до того момента, пока он не выйдет на YouTube и не увидит, что я в обход монаршего решения выложила эту шпинель, чтобы показать ее вам. У нас такая шпинель обычно показывается основным заказчикам, ну и, соответственно, кому-то из них в течение суток двое уходит. Но я считаю это неправильно, вы на нее посмотрите. Это 6 карат чистого, полихромного счастья. Приехала к нам из Танзании с месторождения Махенги. Она полихромная, в ней есть красные оттенки, в ней есть холодный розовый, в ней проглядывает голубой. По размеру она идеальна и в кольцо, и в подвеску, и куда угодно, и мир должен видеть красоту таких камней. Поэтому вот вам минута счастья, а я пойду собирать вещи из нашего чудесного офиса. Была рада познакомиться, надеюсь, вам понравился этот чудесный камень так же, как и мне.